ниточки. Нет, нет! Сначала хорошенько вымой руки. Посмотри, сколько на твоих ладошках микробов. Нет, Ясин, нельзя чихать и кашлять в ладони. Снова иди мыть руки. О! У меня идея. Чистые ручки. Ага. Ясин, ты действительно помыл руки? Нет. Ясин. Окей, Ясин, а сейчас покажи мне свои ручки. Доктор, вы можете мне помочь? Конечно, Ясин. Открывай ротик. Ну как? Хорошо. А теперь марш мыть руки с мылом. Мылим руки, чтобы испугались все микробы. А вы, ребята, не забывайте мыть ручки с мылом. Подписывайтесь на мой канал и смотрите в